Здравствуйте. Друзья, в отеле Mavin Peak время на час больше, чем в предыдущем отеле Siam World. Итого плюс 3 часа от московского времени. Колор шикарный, да. Так, ребят, смотрим Overwater Pool Villa. Ну, не только смотрим, мы на ней будем жить. Overwater Pool Villa, номер 225. Кайф даже уже сразу с того, что вы открываете дверь. И вот такой вид. Под ногами у нас водичка красивая. Тут стеклянная такая перегородка под ногами. Здесь... гардероб, утюг, гладильные принадлежности, тут подушки, халаты, можно переодеться, оставить багаж. В общем, большая гардеробная комната. Ну и, конечно же, зеркало. Круто, что вот такая вот дверь. Мне кажется, это вот вообще, в принципе, дорогого стоит, это кос. Это спальня. Ох. Если бы можно было передать вам запах. Какой тут запах цветов. Просто очень круто. Друзья, имейте в виду, кстати, на Мальдивах я уже говорил, что 95% номеров это двуспальные кровати. Если вы едете, два друга, две подруги, вам нужны раздельные кровати. Тяжело будет организовать, но возможно. Диван. Тут комплементарно сладости. Вот такая вот тут красота. Шампанское, фруктики, мини-бар здесь за дополнительную плату. Вот здесь вы можете ознакомиться с прейскурантом. Вот такой мини-бар, тут пиво, водичка, шоколад. Здесь вино шампанское. Водичка комплементарно входит в стоимость, кофе, соответственно, тоже капсульный. Выходим на красивейшую террасу. Ох, как же тут красиво, ребята. Как тут красиво. Шикарный цвет воды. Инстаграмный лежачок. Лестница для спуска в воду. И шикарная ванная комната. Уф. Ребята, какая ванна тут, а? Вы только посмотрите на это. Туалет, биде. Ну и душик. Кондиционер, шампунь, гель, все это, конечно же, предоставляется. Let's see. Welcome to Mavin Peak Cote d'Ivoire, Maldives. My name is Donia. I'm from Tunisia. I speak Arabic and French. Oh. So dive center team, very professional. We have Russian speakers as well. Very nice team. Два теннисных корта, баскетбольная площадка, мини-футбольчик, оборудование для тенниса, для мини-футбола, для баскетбола бесплатно. Ну, кстати, покрытие, первый раз такое вижу, какая-то резинка, даже не резинка, это пластик какой-то. Я в теннисе не особо разбираюсь, ребят, поэтому я не знаю, это нормально или нет. Тренажерный зал. Он 24 на 7 работает? Да. Здесь у нас гантели, штанги. Небольшой тренажерный зал, но все, в принципе, тут есть.
водного спорта, безмоторные виды спорта, оборудование для безмоторного вида спорта предоставляется бесплатно. Сейчас мы находимся в зоне детского клуба. Дети с 4 до 12 могут оставаться под присмотром аниматора, воспитателя, без родителей. Такой мини-аквапарк у нас при входе. Тенистая зона. И есть также комната для подростков. Здесь PlayStation, настольные игры, Xbox. Друзья, сейчас небольшая информационная вставка. Я хочу напомнить, что вы всегда можете обратиться к нам за консультацией, подбором и бронированием любого тура, будь то Мальдивы, либо любой другой курорт. У нас прямые контракты с туроператорами и ательерами, поэтому бронировать через нас всегда удобнее и выгоднее. Ну а если пока не планируете путешествовать, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Здесь вы всегда найдете самые свежие обзоры отелей, курортов и городов. Кстати, подписывайтесь также и на Instagram-канал. Самая оперативная информация по горящим турам, спецпредложениям публикуется именно там. Сейчас посмотрим 3-bedroom Residence Beach виллу. Всего пляжных вилл 33. И вот одна из них с тремя спальнями. Очень классная вилла. При входе сразу хочу обратить внимание. Смотрите, какая дверь. Какое дерево, это отделка, я видел ее на Бали, в Индонезии. Ну, в общем, дорогая отделка. При входе у нас тут такая гостиная зона. Тут коллеги сидят. Смотрите, вот мне что нравится, всегда обращаю на это внимание, на вот такие вот дорогие материалы. Прям вот стулья из такого дерева качественного, стол. Это первая спальня. Здесь раздельные кровати. Запах просто божественный, просто божественный. Кто любит Азию, тут просто запахи нереальные, такие азиатские. Это просто, ну, приятно трогать тактильно. В каждой спальне есть ванная комната. Здесь душ. Здесь душ, раковина. Опять-таки, тоже материалы очень качественные. Идем дальше. Так, здесь есть массажный кабинет, спа на две персоны. Этот спа-кабинет, кстати, возможно, превратят в спальню. То есть эта вилла может быть с четырьмя спальнями. А сейчас просто 60 минут входит в стоимость на каждого человека, проживающего здесь. Идем дальше. Здесь общий дворик. Заходим в еще одну спальню. Большая кровать здесь. Телевизор. Здесь две раковины, туалет, здесь ванна. Как видите, да, в первой спальне был душ. Ну, здесь и ванна, и душ. Идем дальше. Бассейн. И вот она, третья спальня. Тоже большая кровать здесь. Ну, такая же, в принципе, как которую мы только что смотрели. Детали интерьера ровно такие же. Давайте уже выйдем на пляж. Тут классная приватность. Вообще всего здесь 33 пляжные виллы, к которым относятся резиденция, бич-вилла. И приватность тут классная. Во-первых, виллы расположены достаточно далеко друг от друга. Обратите внимание, какая растительность тут. Белый песочек. Не сказать, что песок как мука. Докопаться можно. Но приятно абсолютно ходить. Здесь классный вход в море. На этой вилле официально размещение максимум 6 человек, тут 3 спальни. Но наши партнеры нам сделают и 9 человек. По запросу все организуем.
Если вы выбираете размещение на водной вилле с ребенком, с маленьким ребенком, мы отправляем запрос в отель, ну, естественно, по желанию. Отель ставит ограждение по всей длине вот этого обрыва на террасе. Еще по гардеробу на что хотел обратить внимание. Спасательные жилеты, на всякий случай, кто не умеет плавать. Тапочки. Тапочки для того, чтобы ходить на пляж и по острову. И мне понравились очень классные халаты. Просто наиприятнейшие. И внутри он такой мягкий. Такой какой-то ворсистый. Друзья, мы сейчас пришли на ужин, можно сказать, в основной ресторан. Это ресторан шведской линии. Здесь всего три ресторана, два ля-карта и один основной, вот этот, шведской линии. В этом ресторане каждый день проводятся различные тематические вечера. Сегодня это вечер морепродуктов. Пойдемте смотреть. Устрицы, суши, роллы, рыбка, осьминоги, креветки, мидии, тунец, супчики, тут жареные креветки, осьминог, креветки на гриле, тут какая-то рыбка, типа что-то тунца. Так, ну а здесь гарниры уже пошли. Картошка, рис. Гарниры уже как-то неинтересно снимать после такого обилия морепродуктов. Осьминоги, мидии, жареные осьминоги. Друзья, ну кто не хочет морепродукты, может поесть баранину на гриле. Если вдруг вы чего-то не нашли в меню, но очень сильно хотите, попросите об этом повара, вам по возможности это приготовят. Здесь есть такой сервис. Пляж. Посмотрим, где какие виллы, у кого какой вход. Хочу сразу обратить внимание на песок. Он тут прям не супер белоснежный, не как пудра. Ну, он, конечно же, мелкий, он классный, но просто на всякий случай. Где-то есть вкрапление коралловой крошки. То есть, вот такой вот. Шестидесятая вилла. Это Deluxe Beach Виллы, которые выходят на сторону рассвета. Приватность хорошая здесь. Все зелено. Мы сейчас идем по стороне рассвета. Здесь находится Deluxe Beach Виллы. У них, как вы видите, длинный вход в море. Для тех, кто любит пробежаться по песочку, самый идеальный вариант. Классно, смотрите, такие таблички. Тут, видать, молодожены посадили, наверное, это дерево. Вот, и их табличка Гай и Валерий. Или Валерий. Смотрите, какая приватность высокая. Вот, допустим, вилла 166. Растительность очень густая. Мы плавно переходим сейчас на закатную сторону. Здесь есть такие нюансики. По входу есть места, где выход с виллы, и уже сразу вода начинается. То есть с детьми, на мой взгляд, не очень-то удобен вариант такой. Так, мы сейчас возле главного бассейна. Как видите, здесь размыло берег, мешками все укреплено. Но здесь вот эта вот пескоструйка есть, или как она называется. Здесь песок намывают, главный бассейн, и здесь же ресторан Latitude. Ресторан работает по системе а-ля карт.
Так, вот как раз я сейчас нахожусь на участке вилл с видом на закат. И здесь прям видите, да, насколько близко вода к выходу из виллы. По острову бегают крабики, геккончики, есть летучие лисицы. Как вы слышите звук? Йога-центр. Расписание групповых мероприятий можно узнать на ресепшене. Сегодня у кого-то будет романтический ужин. Как классно сделали в песочке. Вот я опять вернулся на сторону рассвета. Как-то очень быстро я обошел весь остров. Реально остров такой небольшой. Номер 160, Deluxe Beach Villa. Давайте сразу начнем с ванной комнаты. Просторная ванна, две раковины, ванна, тропический душ. Шикарная ванна, шикарная, классная. Идем дальше. Здесь туалет, туда заходить уже не буду, но обычный туалет. Посмотрите, как классно, просто круто. Гостиная комната, телевизор. Здесь можно троих человек разместить, нам разместят по запросу. То есть двое здесь в спальне. И трое там в гостиной зоне. Ну, здесь гардеробная комната, халатики, подушки, пледы. И, друзья, фишкой отеля вообще является вот это вот газебо называется. Второй этаж, скажем так, надстройка с видом на звезды вечером. Поверьте мне, это очень круто, это очень красиво. Тут дело даже не в том, чтобы созерцать лагуну, да, и вот эту зелень. А смысл в том, чтобы вечером лежать на вот этих лежаках и смотреть на звезды. Это очень классно. И спускаемся вниз. Здесь бассейн, лежаки, подвесное кресло, зона отдыха. Приватность тоже очень хорошая, очень пышная растительность здесь. И выход к пляжу. На сам пляж уже идти не будем. Скажу только одно. Deluxe Beach Villa – это плавный, пологий вход в море. То есть размещение здесь с детьми самое то. Я иду сейчас на ужин с представителями отеля. Ужин будет проходить в ресторане японской кухни. Он работает по системе а-ля карт. Я напомню, что здесь всего 3 ресторана. 2 ресторана работают по системе а-ля карт. И один – это шведская линия. Наш ресторан сегодняшний находится в самом начале веток водных вилл. Мне до него пешком пройти буквально минут 5. Да даже меньше, наверное, минуты 2. Ну, вы можете всегда вызвать багги, которые постоянно здесь курсируют по водным виллам, по всему острову. Остров маленький, поэтому в целом такой необходимости перемещаться на багги нет. Меню ресторана Бодумас. Тартеры. Потом мы выбираем одно из основных блюд. Здесь черная треска, лобстер, говядина вагю и десерты. Мы часа за полтора. Так, ну что, день 5 на Мальдивах, скажем так, наконец-то я попал под дождик, который через 10 минут закончился. Это, к слову, о несезоне на Мальдивских островах летом. Ну, уже понятно, что Мальдивы – это круглогодичный курорт. Летом очень много спецпредложений, интересных акций, скидок. Допустим, в этом отеле Мавин Пик, тут дети
до 13 лет проживают бесплатно. Нам, если что, подтвердят и до 14. Ну, не гарантирую, но по запросу могут. Кстати, в Мовенпике сейчас акция, скидка 30% на определенную категорию номеров на новогодние заезды. То есть даже на самый высокий пик самого высокого сезона, Новый год, они даже предоставляют на некоторые номера скидку. Если вы хотите Новый год провести на Мальдивах, если вам нравится отель Мовенпик, отправляйте запрос, рассчитаем, проконсультируем, ну, конечно, забронируем вам тур. Друзья, мы сейчас пришли на завтрак в основной ресторан шведской линии. Здесь проходят завтраки и ужины по системе «Шведский стол». Фрукты, 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 фрукты. Мед, здесь блинчики, тосты, вафли. Так, что здесь? Вегетарианское меню есть. Здесь вам сделают омлет с любыми ингредиентами. Так, ну а здесь что-то типа пиццы. Также, good morning. Также есть рыба. Соки, шампанское на завтрак. Только что прошел дождь, поэтому вот так вот на берегу океана сейчас не получится посидеть. Все сейчас только обратно ставят. То есть минуты, я думаю, через 30, когда все протрут, подготовят, можно будет вот с таким видом здесь посидеть. Кстати, в концепцию завтраки, ужины, завтраки, обеды, ужины всегда включены безалкогольные напитки. Это чай, вода, сок, кофе. Есть вот такая зона со смузи, с йогуртами, со всякими десертиками, масло, сыр, шоколад. Так, и здесь тоже рыбка, колбасы. Такая атмосфера здесь на завтрак. Завтраки хорошие, кому важно. Яйца Бенедикт готовят. Есть рыба различная, тунец, красная рыба. Шампанское даже есть на завтрак. В отеле три ресторана, и есть еще одно место, где можно поужинать. Это заказать себе винную дегустацию. Уак Лаунж. Дегустации проходят в индивидуальном порядке, то есть сомелье специально, конкретно для вас будет сервировать вина. Посуда там Versace, ручной работы, классная, красивая посуда, шикарный интерьер, более 250 видов вин. Есть дорогие коллекционные вина, там по 10, по 15 тысяч долларов. Есть крепкие алкогольные напитки, тоже дорогие, эксклюзивные, коллекционные. Я думаю, любители и ценители вин оценят этот экспириенс. Обязательно бронируйте. Цены примерно 500-750 долларов. Там зависит от пакета. Отель однозначно мне понравился, очень классный, хорошего уровня пятерка. У нас есть туристы и в целом многие туристы, если даже почитать по отзывам на TripAdvisor, которые отдыхали в люксовых пятерках, потом приезжали в отель Мовенпик и просто были приятно удивлены. Действительно, если оценить отель по некоторым критериям, он прям очень высокого такого уровня. Взять то же самое питание, да, допустим. Ресторан Алекар, там блюда, которые мало где вы вообще в целом встретите. Остров небольшой, зеленый, очень домашний, очень такой уютный. Здесь 150-200 человек, это максимальная загрузка. Хорошие приватные виллы. На некоторых виллах есть особенности по входу, поблизости к воде. Но особенности есть везде, во всех отелях мальдивских. Их просто нужно знать. Еще хочу пожелать вам возможности. Хочу пожелать вам, чтобы вы достаточно зарабатывали, чтобы реализовать все свои желания, все свои планы, и была возможность приехать на этот просто замечательный остров, на Мальдивские острова, будь то этот отель, либо любой другой. Мальдивы – это потрясающе, и хотя бы раз я считаю, что сюда приехать нужно, оно того стоит. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите в комментариях. Если прям конкретно проконсультировать и вы планируете поехать в этот отель, то, конечно, лучше пишите сразу в WhatsApp, либо звоните по телефонам, указанным в описании
к видео. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Здесь вы всегда найдете самые свежие обзоры отелей и курортов. Как минимум, в самое ближайшее время выйдет 4 крутых мальдивских курорта, куда мы поедем далее. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. С вами был Александр, турагентство Mama Travel. Всем пока!